Тем, кто смотреть парад планирует в центре Челябинска, стоит приехать заранее, поскольку на время фейерверка частично будут перекрыты улицы. С 21 часа до 23.30 будет закрыта улица Труда от Российской до Энгельса. Улица Братьев Кашириных от Российской до Северокрымской. Свердловский проспект от проспекта Победы до проспекта Ленина. Улица Красная от проспекта Ленина до реки Миас. Улица Кирова от проспекта Победы до Труда. Улицы Васенко и Елькина от проспекта Ленина до Карла Маркса. Улицы Цвилинга, Советская и Пушкина от проспекта Ленина до Труда. После салюта горожане смогут разъехаться по домам на общественном транспорте. До 2 часов ночи будут ходить автобусы номер 64, 34, 4, 15 и 18. Челябинцы смогут уехать на трамваях номер 3, 8, 14 и 20. Троллейбусы будут ходить по маршрутам номер 8, 12 и 19.